В освобожденный от оккупации азербайджанский поселок Сугавушан подано электричество. Работы по проведению двухконтурной 35-киловольтной линии электропередачи уже завершены. В Сугавушане, как и на других освобожденных территориях, также применяется концепция «умная сеть». А вот для ознакомления с проведенной работой открытое акционерное общество «Азяришик» организовало медиатур в поселок Сугавушан Тертерского района. Все подробности у моей коллеги Смира Алиева. Она с нами на прямой связи. Здравствуй, Смира. Ага, вы попали под дождь. Где вы находитесь? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Сейчас мы находимся в освобожденном от оккупации поселке Сугавушан Тертерского района Азербайджана. Сейчас здесь идет сильный ливень. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу. О том, какие работы открытое акционерное общество «Азяришик» проводит на освобожденных территориях, и в том числе в поселке Сугавушан, мы поговорим с директором Центра обучения инноваций «Азяришик» Аразом Мамедзаде. Араз Малим, расскажите, пожалуйста, поподробнее о работе, которую проводит «Азяришик» на данной территории. Спасибо. Как вам уже известно, открыто акционерное общество «Азяришик», начиная с прошлого года, внедряет концепцию «умные сети». В рамках этой концепции продолжаются работы и на освобожденных территориях, в том числе и в поселке Сугавушан Тертерского района. Для того, чтобы для обеспечения поселка электроэнергией были проведены некоторые мероприятия, в том числе была восстановлена подстанция ТРТР 110-35 кВт. Помимо этого была построена заново и восстановлена частично линия электропередачи 35 кВт. Вот именно в рамках умной сети был внесен технологически инновационный кабель, изолированный, защищенный на 35 кВт, который по отношению с традиционными линиями электропередачи имеет много преимуществ. На данный момент поселок Сугавушан полностью обеспечен электроэнергией. В поселке построена новая подстанция 35-10 кВт с мощностью 2,5 мегавольт-ампера. И поселок полностью обеспечен электроэнергией. Большое спасибо, Размяли. На этом все. Студия. Спасибо большое, Смира. Я напомню, на связи со студией была моя коллега Смира Алиева из Тертерского района.